сидит. Вот, видишь? Смотри, какая. Да, они начали. Чтобы курочка не спала в гнезде, нужно возле гнезда приспособить вот такую жердочку или сделать насест. Ну, в зависимости от того, где у вас стоят гнезда. В основном гнезда у людей какие? Это какие-то ящики, какие-то корзины. Значит, возле этого ящика нужно сделать жердочку. И курочка, прежде чем идти в это гнездо и там ночевать, она обязательно останется на жердочке. И вот вы видите помет, это куры спят на вот этой жердочке, а в гнездо они уже не заходят. В гнездах курочки не спят, потому что у них перед гнездами есть вот такая жердочка. Вот и все. Вот и вам способ, как сделать, чтобы курица не спала в гнезде. Перед этим ящиком набейте какую-то палочку, какую-то жердочку. Желательно, чтобы она была удобная. То есть не просто положить палку какую-то, а она должна быть по обхвату лапок куриных. И когда курочка будет идти к своему гнезду, она сразу в лапках почувствует комфорт и захочет здесь остаться. И вот таким образом я отучила кур спать в гнездах.